14 марта в поселке Черноморском состоялась открытая сессия Совета поселения. Глава местной администрации Владимир Жигулин отчитался о проделанной в 2022 году работе. После доклада главы депутаты и жители поселения смогли задать интересующие их вопросы. Претензий к работе местной администрации у населения накопилось очень много. Не устраивает уличное освещение, состояние дорог, благоустройство, водоснабжение, санитарное состояние кладбища и всего поселка в целом. И сейчас, будучи главой, вы настолько халатно, безалаберно, безответственно относитесь к этой должности и к нам, к нашему народу, к нашим бюджетным деньгам. Посмотрите, мы перекрыли все долги, которые были у нас раньше. И Жигулин пришел, став главой, он не имел никаких долгов. И вот что случилось за эти полтора года. Посмотрите, по воде какой долг, по свету какой долг. А что с дорогой не случилось? Вы, Владимир Дмитриевич, очень плохой руководитель. Вы некомпетентный глава, никакой управления. В очередной раз работа главы Черноморского городского поселения признана депутатами неудовлетворительной. Глава района Андрей Дорошевский отметил, что по-прежнему не видит понимания между руководителем администрации и депутатским корпусом. Без этого решать проблемы поселения будет очень сложно. Я, наверное, не скажу ничего нового, что я и в прошлый раз говорил, что депутатам и главе надо достигнуть договоренности, консенсуса, чтобы идти в одном направлении, а не дергать друг друга.